Для вас новые загадки. И не говорите, что не слышите. Что не слышите. Скажу о тебе. Да. Все гениальное просто. Поехали. Человек скупал яблоки по 5 рублей за одну штуку. Yes! Но продавал их по 3 рубля за штуку. Спустя какое-то время он стал миллионером. Как у него так получилось? Во Франции и Германии это обозначает ноль. В Японии деньги. В Тунисе угроза смерти. В Сирии взрыв отношений. Овша что означает? Ок. Знак, который можно показать пальцами. Вот так. И не говорите, что не слышно. Скажи ответ.